В Русской Православной Церкви Рождество – один из самых значимых праздников, наряду с Пасхой. Для верующих этот день светлый и радостный. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах проводят божественную литургию. Премудрость Господи, услышим святого Евангелия, мир всем. Рождество Христово – это удивительное событие, настоящее чудо, которое, честно сказать, до сих пор человечество еще и не осознало. И вот это чудо, оно изменило жизнь этого самого человечества коренным образом. В этот день Иисус Христос появился на свет в мире людей. И это случилось в иудейском Вифлееме. Божья Мать, Пресвятая Дева Мария, родила младенца в пещере. Этому событию предшествовало пророчество, согласно которому в мир придет Спаситель. Оно было описано в Ветхом Завете почти за 6 веков. Благовестие Христово, или по-другому Евангелие, будет проповедано по всей Вселенной. Вот сейчас действительно нет ни одного уголка на земле, где бы так или иначе не было рассказано людям о Христе. Прихожане поздравляют друг друга с этим светлым праздником, желают здоровья и благополучия. Для верующих рождественские обычаи наполнены особым смыслом. Я этот пост тоже соблюдала. Вот сегодня была утром на сочельнике, вечером на вечерней. Служба была очень красивая, пение хорошее и вообще душевный такой праздник. Радость, очень светлое настроение, чувство, что сегодня все соберемся, всей большой нашей приходской жизнью отпразднуем этот праздник. Будет большая красивая торжественная служба. Это очень здоровое, красивое торжество. У православных христиан принято встречать Рождество в кругу родных, в храме или дома, а также можно дарить подарки близким. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.